Я могу только пердечный. Под сосной должны быть подсосиновики. Грибочки подсосиновики по-любому должны. Под березы подберезовики, да, под сосной подсосиновики. Пердешь и выстрел, короче, на одну кнопку. Ты просто стреляешь и пердишь. Стреляешь и пердишь просто. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это рубрика «Игры до 50 рублей». Игруха, короче, этот инди-хоррор стоит где-то примерно порядком 30 рубасов, короче. Называется он «Великий симулятор туалета» или «Симулятор великого туалета», короче, как-то так, хз, как это называется, вот. Это, короче, хоррор, еще раз повторюсь, и отзывы о нем хорошие, вот. Типа, мы будем в лесу, там, в тумане, короче, нам нужно найти точку выхода. И нас будет преследовать монстр, злобный монстр, будет нас убивать, жрать, короче, пугать. Вот. Типа неубиваемый какой-то там, сложно убиваемый монстр. Типа, как в отзывах написано. Ну, не знаю, сейчас, короче, посмотрим, что это такое, с чем это едят, короче, что и как тут вообще происходит. Итак, мы в лесу. Мы находимся в лесу, машина как угнанная из Сан-Андреаса, походу, да? Такая, вот, короче, дорога. Дорога, мы можем прыгать. Дорога, лес, туман. Мы можем прыгать, идти, короче, туда, вглубь леса. Пойдем, короче, по дороге. Дорога нас по-любому куда-нибудь выведет. По-любасу куда-нибудь приведет. Как обычно, какой-нибудь, да, постройки, наверное, какой-нибудь дом, где живет наш монстр. Что такое? О-о-о! Бежит, смотри, смотри, бежит, бежит. А я могу как-то, я не знаю... Я могу только пердечный... Мать твою. Что за... Что за крокозябра? А у меня есть что-нибудь, не знаю, там... О, у меня есть ружье! Меня загасили, что ли? Так сразу, да? Так сразу? Нифига себе. Он меня убил. Я не успел отойти от машины, меня уже загасили, короче. Ладно, окей. У нас есть ружье. У нас есть ружье, но у нас нет... мы тень. Человек-тень. Человек-тень, короче. Что у нас еще есть? У нас есть фонарь. Мы можем светить себе дорогу. Окей. Мы можем пердеть. Мы можем бздеть. Так, ладно. Развилка. Окей. Давай пойдем сюда. Полюбас у нас куда-нибудь сейчас выведет эта дорога. Стопудово. Какой-нибудь хижине стопудово выведет. Не может быть так. Я всегда, короче, удивляюсь, какого хрена человек приезжает на машине в лес, короче, в туман, просто ночью. Благо он взял с собой фонарик, да, и ружье. Так, это что? Невидимая стена, прозрачная стена. Мы под куполом. Мы находимся под куполом. Здесь какой-то, это, наверное, какой-то эксперимент. Это эксперимент, наверное, инопланетян. Инопланетяне, наверное, НЛО. Ученые, ученые НЛО, наверное, проводят эксперимент. И мы здесь главный, короче, пациент. Окей. У нас немножко жизни, короче, осталось. Нам просто с одного маха вынесли, короче, все жизни. Просто больше половины вырубило. Вот. Ну, короче, идем по этой дороге. Направо смысла нет, там у нас стена. Здесь, походу, тоже у нас стена. А куда идти? Куда идти? Давай пойдем сюда, в лес. Может, здесь какие-то ягодки есть. В лесу, по-любому, есть какие-то ягоды. Есть ягоды, грибы. Есть здесь какие-нибудь, смотри, это маленькая облезшая осина, да? А, сосна. Какая нахрен осина? Сосна. Под сосной должны быть подсосиновики. Грибочки подсосиновики по-любому должны быть. Или как их там? Подберезы подберезовики, да, под сосной подсосиновики.
Или, а, подосиновики. Подосиновики, да, подосиновики. Смотри, подсвечивается у нас... Сосна подсвечивается. Может, это какой-то знак, может, это... В смысле? Тупик? А, снова. Снова стена. Может быть, короче, деревья, вот эти подсвечивающие, они показывают, типа, правильную дорогу, значит, мы правильно идем, значит, мы сейчас куда-нибудь придем. Окей. Мы можем прыгать, короче, мы можем пердеть. О, смотри, подожглась. Мы... скорее всего, своим бздуном мы можем, короче, отпугивать монстра. Я так предполагаю. Я вышел снова на дорогу. Мы вышли снова на дорогу. Или, блин, это все фигня. Это просто игра света, может. Может, подсвечивающие сосны это ничего не значит. Хотя, смотри, они вот, видишь, они так подсвечиваются, как будто это что-то значит, как будто это что-то важное. Был бы какой-нибудь комп... Опять тупик. Да? Весь кругом тупик. Куда ни ткни, везде стена. Везде стена. И монстра, кстати, не видно больше. О, только вспомнишь. Вспомнишь говно, вот оно. Где ты? А, вот ты, да? Это, короче, чувак, который обожрался грибом. Я тебя сейчас... Иди сюда, падла. А, патроны кончились. Патроны кончились, мать их. Да ладно. Ты прикинь, короче, здесь пердёшь и выстрел, короче, на одну кнопку. Ты просто стреляешь и пердишь. Стреляешь и пердишь просто. Он меня, короче, загасил. Загасил, но я не понял вообще. You are dead. You are dead. Ладно. Давай их попробуем еще. Нужно же по-любому найти выход. Выход же здесь по-любому какой-то есть. Не может быть такого, что нет выхода. Короче, этот чувак обожрался грибов, да, вот который вот монстр. Просто грибоедов. Объелся грибов и нападает на людей. С виду он похож, короче, на это, на гуля, который, знаешь, в Фоллауте, да, который сбежал из Фоллаута, короче, чисто в лес погулять, поесть ягод. Грибов и ягод. Вот. Чисто такой лесник. Облезший лесник. Так, берем сразу ружье, наверное, да? Возьмем ружье, так. Окей, давай пойдем сразу от машины, пойдем куда-нибудь. Давай пойдем сюда от машины. От машины мы пойдем вот сюда. Потому что по дороге смысла нет идти. По дороге все равно упираешься куда-то в стену. В невидимую стену. Сейчас по-любому, видишь, там такой густой туманище. Просто в этом туманище живет вот это монстрище и ждет, чтобы сожрать, короче, людей. Просто в туманище монстрище, ждущие людищие, чтобы сожрать его еще. Вот. Так, тропа. Нашел тропу. Нашел тропу и нашел сортир. Я нашел толчок. Судя по всему, то, что здесь стоит толчок, отсюда и название игры, короче. Я нашел толчок. Да, вот он подсвечивается, я нашел толчок. Я только, короче, сдал. Все? Зен? Да ладно, я все прошел игру, что ли? Да ладно. Я, короче, нашел толчок, пришел в него, бзданул, короче, я выиграл. Просто наша задача найти толчок, бздануть в него, и ты выйдешь. Ты телепортируешься в нормальный мир. Не, давай еще. Я хочу, короче, найти монстра.
Да, этого монстра, короче, я хочу попробовать его завалить, либо рассмотреть его поближе. Жалко, что ударом дробовика его не относит, он, короче, не падает, нельзя его рассмотреть. Блин, было бы прикольно. Я бы с удовольствием посмотрел на его лицо. На его лицо. Ну, знаете, как всегда, короче, отзывы, как всегда, врут о игре, да? Просто нагло врут. Нам просто каждый раз, короче, когда ты заходишь в Steam, читаешь отзывы, типа положительные, и там и они всегда врут. Всегда врут. Вот чаще всего врут. Колдоебины какие-то. По колдоебинам мы, кстати, не ходили. Так, ладно, а как его найти? Как его призвать? Может, он реагирует на свет? Может, он реагирует на пердеж, на мой? Просто пердеж такой, как будто, знаешь, кровать двигают, да? Как будто, знаешь, когда двигаешь кровать, короче, не приподнимая ее по полу, короче, скрежет такой, вот такой звук, знаешь. Только продолжительный. Где-то крикнул, наверное, в той стороне, наверное. На фонарь, короче, он не реагирует. Он на свет не бежит, этот монстр. На пердеж он тоже не реагирует. Как его призвать? Как я хочу тебя увидеть. Я хочу тебя встретить. Эй! Как их там зовут-то? Гули. Гули-гули-гули-гули. Гуля-гуля-гуля-гуля. Может, сосны показывают путь к монстру? Вот эти светящиеся сосны показывают. Блин, прикинь, ни одной ягодки, просто ни одной ягодки. Все собрали, вот эти вот лесники, грибники. Просто подчистую. Просто подчистую. Самое, что здесь атмосферное, это музыка в игре. Ты тупо бежишь, короче, по лесу. Тебя пугает музыка. Просто тупо музыка. Монстр, ты где? Эй, грибоедов! Грибоедов! Вы где? Грибоедов! Я хочу подойти к нему поближе, короче, посмотреть. И уже можно как-то спугнуть. Может, пердёж же не просто так нам дан. Либо это просто тупо, короче, пердёж для спасения. Нас спасет пердёж. Нас... О. Где ты? Где-то здесь. Я его только что видел. Грибоедов. Грибоедов, ты где? А где он? Он, здорово, чувак. Уйди от меня. Уйди от меня. Из того, что стрельнуть, я перну. Грибоедов, ты куда убежал? Иди сюда. У меня еще для тебя есть 8 пуль. Есть 8 дробящих пуль. Дядя монстр, я пришел к вам. Жрите меня. Жрите меня, давайте. Я свежее мясо. Просто я вижу, короче, это первая игра, где главный герой сам, короче, охотится на монстра, и монстр его боится, просто убегает. Либо монстр побежал за добавкой грибов. Он сейчас закинется, короче, и дальше пойдет, знаешь, ему придаст эту суперсилу. И он будет бегать за тобой, короче. О, где-то там крикнул. О, где-то там на холке. На этом холме. Дядя монстр, вы где? Дядя монстр, вы где?
Давай, где там сердце? Стучащее сердце, бьющее сердце, типа, страшно должно быть. Очень до жопы страха. Где-то здесь он крикнул. Опять убежал в свое туманище? Ну вообще. Ну ты вообще. А, я нашел опять толчок. Я нашел толкан. А возле толкана, интересно, он бегает? Если он бегал, короче, возле дороги, значит, он за толкана должен бегать. Он всего один здесь? Или здесь целое семейство? Целое семейство грибоедов. Заметил такой лес, да, туманный лес, так, можно сказать, в принципе, густоватый, да, лес такой. И ни одного зверя, ни одного медведя, ни одного лося, ни одного зайца. Даже змейки нет, даже паутины нет. Знаешь, ты обычно в лесу ты идешь такой, знаешь, вот между деревьев так идешь, и раз такой в паутину, херак, просто какой-нибудь, с пауком. Идешь такой. А тут даже этого нет. Избегает только один чумачечий, короче. Грибоедов. Да хрен, блин, я не знаю, его как-то призывать может. Эй, я тут. Алло, я здесь. О, да ладно. Где ты? Вы где? Грибоедов, вы где? Я вас не вижу. Грибоедов, вы... О, смотри, идет. Здесь прикинь, короче, да, я не знаю, я говорил уже, не говорил, тут выстрел, короче, и пердешь на одну кнопку. Ты стреляешь и пердишь. Он побежал туда. О, я вижу тебя. На тебе еще. Он дернулся, кстати. Значит, я в него попал. Где ты? Сюда иди, проклятый. Сюда иди, проклятый. Блин, он опять уперся. Он опять упер. Он опять убежал. Он через дорогу перебежал или он где-то здесь бегает? В принципе, он бегает не по понятным траекториям, как бы так. Так, у меня 4 патрона осталось. Последние 4 патрона. Либо он прибежал через дорогу. А это. Тропинка к туалету. Ну он убежал куда-то, наверное, туда, вперед. Погоди, я посветил фонарем, и он, короче, как-то вот появился. Может, он все-таки реагирует на свет? Вот где-то там. Прям вот звук отсюда шел. А вот и толчок. Вокруг толчка бегаем, короче. Ну-ка, я свечу фонарем, где-то где? Вот я подсвечиваю тебе дерево. Иди на дерево, монстр, иди на дерево. Я здесь, возле вот этой вот... Что это? Это береза или что это? Это не береза, на березу не похоже. На сосну тоже это не похоже. Что это? Что это за листья? Что это за дерево? На свет он не хочет больше реагировать. Может, он мое пуканье услышит? Нет? Там кто-то шевелился, нет? Я думаю, бы застучало бы сердце. Если бы кто-то там шевелился. Или это кусты появляются, исчезают. Ну, короче, не знаю. Короче, полная дичь. Это полная дичь.
Где толкан? Давайте идем, короче, в толкан. И... Так, это что? Это толчок? Мне что-то показалось, трактор какой-то. Это всего лишь толчок. Давайте, монстр, у тебя есть последний шанс. У тебя есть последний шанс, я здесь у толчка. Грибоедов. Я тут. Ты слышишь меня, Грибоедов? Ты слышишь мои отголоски, Грибоедов? Не слышит. Ладно, пойдем срать. Короче, как-то так, я не знаю, как-то так. Ладно, the end. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.